Выходные не порадовали щелковцев весенним теплом. Даже субботник был отменен, однако ненастная погода не стала преградой для доброго дела. С самого утра неравнодушные жители городского округа спешили на пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Приносили продукты питания, канцелярию, детские товары, средства гигиены, все, что нужно для жизни. Внеся посильный вклад, объединив усилия, участникам акции в целом удалось собрать более 3 тонн гуманитарной помощи. В этот день в Щелкове работало несколько пунктов, один из них в лицее номер 7. В сборе приняли участие ученики и их родители, педагоги, жители близлежащих домов, неравнодушные люди разных возрастов и профессий. Глава округа Андрей Булгаков лично проверил, как организован сбор, и сам присоединился к доброму делу. Спасибо вам огромное, что приняли участие в нашей акции. В этот день руководитель муниципалитета пообщался с родителями учащихся и школьниками. Мы хотели вас поблагодарить, что вы строите наш корпус новый, что наконец-то у нас пропадет вторая смена. Старшеклассники обратились к главе с просьбой закупить оборудование для химических опытов. У нас все, блядь, шансы есть быть одним из лучших. Для этого нужно нормальное базовое оборудование. Соответственно, нужно дальше в олимпиадах участвовать. Да. Вот это региональные этапы. Это мотивация у ребят и учителей. Закупить оборудование планируется к началу нового учебного года. А уже в новом корпусе учреждения будут оснащены современные классы для занятий химией, биологией и физикой. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.